Прожиточный минимум в России снизился на 67 рублей. Его величина за третий квартал 2016 года составила 9 889 рублей, что на 0,7% меньше по сравнению со вторым кварталом этого года. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения равна 10 678 рублям. Для пенсионеров прожиточный минимум 8 136 рублей, для детей 9 668 рублей. Снижение величины прожиточного минимума вызвано уменьшением стоимости продуктов на почти 2%, отметили в ведомстве Министерстве финансов. Самый долгожданный праздник приближается с каждым днем. Горожане уже начали готовиться. Накануне статистики почитали цену новогоднего стола. А эксперты назвали цену аренды красноярских коттеджей в новогоднюю ночь. Итак, по данным аналитиков, после 15 декабря цены растут вместе со спросом. Сейчас средняя стоимость аренды коттеджа в будние дни 8,5 тысяч рублей, в выходные 12. В новогодние праздники аренда загородного коттеджа обойдется в 4 раза дороже, в среднем в 34 тысячи рублей. При этом цена аренды в новогоднюю ночь варьируется от 15 и до 70 тысяч рублей. В стоимость аренды обычно входит сауна, бильярд и другие развлечения. Пик аренды коттеджа приходится на летний сезон и новогодние праздники. При этом рынок в Красноярске и в пригороде уже сформирован.